Дорогие друзья, добрый вечер, всем привет. Меня зовут Азав Дали, и сегодня в гостях у Лурёт Эзэ блистательная и несравненная Светлана Касьян. Светлана, добрый вечер. И спасибо огромное, что вы согласились принять участие в этом интервью. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Слушайте, с вашего позволения, я бы хотела вначале озвучить некую мысль, которая представляется мне важной. Вы одна из самых дивных оперных певиц современности. Вы, правда, мировая оперная дива. Вы дама ордена Святого Сильвестра. Еще вы совершенно с полным правом занимаете очень значимое место в пространстве мировой оперы. Но я хочу, чтобы вы знали, и это очень важно, что вы также занимаете огромное место в курдском культурном пространстве, в пространстве, которое всегда во все времена позиционировало себя как часть мирового культурного пространства. И люди, которые творили и творят в этом пространстве, они разделяют общечеловеческие ценности, они, для них вот среди этих всех ценностей наиболее важной является человеческая жизнь, и право выбора, свобода выбора. Но они отлично осознают, что свобода выбора каждого из нас заканчивается там, где начинается свобода выбора другого. И это мир, который свободен от всяких экстремизма, от фанатизма. И это очень здорово. И это люди, которые позиционируют себя точно так же, как и вы. Я знаю об этом. Они считают себя, каждый из них себя считает человеком мира. И вот именно это как-то вселяет надежду в наше очень непростое время. Вот что я хотела вам сказать. Я хотела вам сказать, что вы, конечно, гордость народа курдского. И вы это должны знать. Спасибо огромное. Может быть, об этом можно было говорить как-то немножко по-другому, более возвышенно, но что получилось, то получилось. Теперь давайте так. Начну я не с самого начала, а вот с событий буквально дней последних. Насколько мне известно, вы в конце октября вернулись из Италии, из Болоньи, где пели свою «Чо-чо-сан» в опере «Мадам Батерфляй». Что это была за поездка? Она была, потому что тогда, в феврале, вот, когда началась эта пандемия, пришлось прервать, и у вас по контракту были, спектакли должны были быть, или что? Почему вы туда поехали? На самом деле, там была постановка еще, да, в феврале, и она прошла с таким огромным успехом, что раскуплены были билеты на все спектакли. Невозможно было даже я не знаю, там подругу провести, то есть ни одного билета и ни одного места, даже мне как артисту многие обижаются. Говорят, ты же сама примадонна, ты можешь провести. Нет, на самом деле, вот в таких случаях в Европе это, исключено, настолько все было распродано и невозможно было, в общем, никак пройти. И решили сделать еще спектакль сейчас, в октябре. И сделали уже на стадионе, так как проблемы сейчас с продажей билетов. Нельзя продавать полный зал, а на стадионе это хоть как-то театру окупится, потому что это серьезная проблема еще для всех театров, концертных площадок. И хочу сказать, что все, учитывая тот момент, сколько можно продавать билетов, достаточно вот прям очень-очень много людей было, и это радует. Люди соскучились по искусству и стосковались, и прям вот голод такой чувствовался, и все прошло с большим успехом, и через 2 дня сообщили, что все театры Европы закрыли снова пока говорят, на месяц, но уже пугают такими сроками, что не знаю, что будет дальше. Успела. Вы тогда с трудом уехали в феврале, и сейчас и успели сейчас прямо буквально смотреть Теперь, что хотел сказать. Вы закончили Московскую консерваторию. Совсем юной девушкой вы приехали из Казахстана, из города Ахтубинска. А что было до того? Вот где вы родились, в какой семье? Какое было ваше детство? И когда вы вдруг поняли, что у вас какой-то совершенно божественный дар? Что ваш голос какой-то уникальный? Ваша семья когда это поняла? Что это было? Как это все проходило? Я родилась в Грузии, в городе Батуми, и
меня родила замечательная мама, чудесная женщина. Я никогда не видела своего отца, я родилась, и он еще до этого оставил нас. И мама с двумя детьми на руках, герой просто, отважная, прекрасная, замечательная женщина. Ну, просто, я не знаю, какой-то ангел, потому что она всю жизнь одна и очень такая порядочная. Прям, я не знаю, таких женщин, мне кажется, наверное, 2% в мире, и все. И вот из Грузии мы переехали, когда там началась гражданская война из Батуми, где я родилась, переехали к маминой сестре, переехали в Казахстан, в маленький город Актобе, это недалеко от Оренбурга. И что мама была одна с двумя детьми маленькими на руках, и мамина родная сестра вот она и с нами и жила, и помогла очень так здорово тогда и с переездом, и всем остальным. Потом, когда мне исполнилось уже 16 лет, я после 9 класса поступила в музыкальный колледж в Актобе, но поняла, что у меня в 4 года еще уже был обнаружен абсолютный слух. Мама пришла домой и застала меня за роялем. Я играла мелодию, которую услышала там 2 минуты назад по телевизору, не зная нотной грамоты, вот как Моцарт юный. То есть абсолютный слух, да. И мама привела меня в музыкальную школу, и там меня прослушивали в детский хор и сказали, что ее нельзя брать в детский хор, ее только солисткой. Меня сразу стали ставить солисткой на все концерты, и я уже те юношеские конкурсы и все выступления все побеждала. То есть выходила и везде брала первые места. То есть это буквально первые шаги сразу. Ну, было настолько все очевидно, что вот как будто какой-то ангел-хранитель меня за руку вел. То есть мне кажется, я вот смотрю путь некоторых артистов, которым на протяжении там десятилетий говорят, что ты там бездарность, меняй профессию, они все равно идут, и кто-то там даже чего-то там достигает. Мне кажется, я бы так не смогла, потому что я всегда была убеждена, что надо заниматься тем делом, в котором ты можешь быть лучшим, я не знаю, ну, где ты можешь себя проявить в самых лучших своих, в общем, самые свои лучшие качества. И также у меня вот ну, я говорю, все конкурсы юношеские. Потом поняла, что мне надо искать педагога, чтобы выйти на более профессиональный уровень. И на год поехала в Астрахань. Там проучилась, получила за год диплом среднего музыкального образования. Экстерном мне дали как такому вундеркинду. И потом после этого я приехала в Москву и поступила в Московскую государственную консерваторию, но уже тоже вошла в историю. В общем, тем, что на третьем курсе меня уже взяли в Большой театр, и главную сопрановую роль я уже пела Тоску в Большом театре, а такого не было за всю историю, в общем. И это диплом защищала в Большом театре, да. А комиссия консерватории, Московской государственной консерватории пришли в царскую ложу в Большой театр и слушали мой спектакль, где я в самой главной роли, то есть это только эти роли поет Примадонна, все. И вот с первого дня я не пела ни одной второстепенной роли, то есть, знаете, как в балете, там, «Первый лебедь» или там... Да-да-да-да. Вот это и есть Примадонна, все остальное, они там называются «Виманс» и... не имеют права себя другие называть Примадонной, потому что вот есть какие-то определенные законы, правила и роли. И в этом плане мне, конечно, с одной стороны повезло, с другой стороны нагрузка сумасшедшая. Девочка, третий курс консерватории, еще студентка, без опыта. Обычно все набираются опыта в каких-то провинциальных театрах, а меня сразу в первый театр страны на главную роль. И это, конечно, нагрузка была сумасшедшая. Даже чисто психологически. Голову вам скружило? Голову не скружило, потому что было огромное количество задач, и нас очень жестко воспитывали в Большом театре, очень-очень жестко. Самокритичность зашкаливала, как всегда, и это не позволяло тому, чтобы голову скружило. Нет. Потому что работа бесконечная, и вообще без выходных, без отпуска, без личной жизни, без, вообще без продыха. И потом пошли конкурсы международные. Сразу, естественно, везде все победила, и пошла международная карьера.
и также сразу. Но не все же так просто было, Свет. Но не все так просто было, правда? Ведь были какие-то еще, так сказать, вы умели держать удар всегда. Я скажу так, в профессиональном плане, то есть я говорю, настолько очевидно, ну как-то вот я говорю, абсолютно слух, голос, да, почти 4 октавы, да. Там, да, в Берлине, да, да. Помню, когда я пела, берлинский филармонический оркестр, оказывается, замерили децибелы голоса, говорят, зашкаливает, ни у кого такого больше в мире нет, в общем, и критики, и все это все прекрасно, это все замечательно, да, это дар свыше, за который я благодарна, и всегда работаю, чтобы доказать то, что я не просто так носитель этого дарования, а максимально все, что возможно от себя, я делаю. Но сложности какие были, я повторюсь, я из очень бедной семьи, и, соответственно, отца никогда тоже не было, приехала в Москву. Мне приходилось очень много работать, зарабатывать на жизнь, плюс отправлять домой деньги, и я очень рано стала содержать семью, в 11 лет пошла работать и зарабатывать на жизнь. И у меня вот это вот чувство долга, что я должна помочь, мама одна, она, в принципе, вот, ну, разрывалась, я помню. Я до 11 лет, пока не пошла работать, я ходила в рваных, залатанных одеждах своего брата, мальчиковых причем. А он такой хулиган был в детстве, что все там было просто в хлам разорвано, и... Соответственно, в 11 лет я приняла решение, что все, так больше не будет продолжаться. Я уже взрослый человек, и мое детство на этом закончилось. Да, и потому что на самом деле, прям не могу описать словами, настолько мама чудесный человек, но вот она преподавала деткам в музыкальной школе хор. Ваша мама работала, по музыке. Была музыкально образованным человеком, да? Да. Но чтобы понимать, что вот этот вот ангел чудесный, моя мама, она вот просто такой золотой человек, которая всем все давала, все уроки там по музыке абсолютно бесплатно. Вот если знать вот мою маму, это, я говорю, это ангел, просто спустившийся с небес, все мои друзья, знакомые, все это знают. Слушайте, но я понимаю сейчас, извините, я понимаю сейчас, откуда вы такая. Вот я не такая, мамы. Я вообще не такая, я просто нет, противоположность маме. Нет, на самом деле, нет, я всегда была против того, что люди там так бесплатно свой труд раздают, хотя это не было так, не совсем так, потому что добрые люди благодарили, приносили кто-то еду, кто-то одежду, Господь все равно... Маме это все воздавалось все равно. Я нет. Я с 11 лет уже я приходила, озвучивала стоимость своего труда, работы. И очень к этому всему так относилась, как сказать, как такой юный бизнесмен, я не знаю. Но полная противоположность маме. Я добрая, хорошая. Но тем не менее, Свет, вы же вы же ее какие-то, советы какие-то, так сказать, воспитательные. Вот вы сами где-то писали, что ваша мама всегда вас учила тому, чтобы вы радовались успеху других. Это же есть? Нет, есть какие-то моменты, там, успеху других, там, благодарности. Мама заложила что-то есть, что я взяла от мамы, там, я говорю, чувство благодарности, и я ей за это благодарна, потому что я считаю, что это очень сильное такое чувство, которое может вообще горы сдвигать, потому что благодарность, ну, я по себе даже знаю, вот я сделала одному человеку, там одно хорошее, большое, доброе дело, и двум. Один просто вот воспринял это как должное, что ты обязан, и потом не прозвучала ни благодарность, ничего. Ну, ладно, я это делала не для того, чтобы получить благодарность. А другой человек спустя там какое-то время стал звонить и благодарить искренне. И так это приятно, что хочется снова что-то сделать, конечно, этому человеку. Конечно. На этом строятся отношения вообще в жизни. Какое-то доброе дело, да. Это вот как раз-таки то, что мама заложила, да. А вот то, что надо ценить свой труд, и даже обращаются ко мне иногда девочки, там, которые хотят мастер-класс, понимая, что у меня совершенно другая будет стоимость, потому что я сама получила лучшее образование, и
Что-то я получила бесплатно еще в Московской государственной консерватории. Я училась бесплатно, еще получала стипендию, поступила на бесплатный факультет, прошла конкурс 600 человек сама, без папы, без поддержки, без помощи какой-либо, без никого. То есть одна девочка приехала такая и победила. И потом дальше это был большой театр, где нас обучали лучшие педагоги, коучи и маэстро-музыканты со всего мира. А дальше, чтобы совершенствоваться и оттачивать свое мастерство, ты из своих гонораров, свои деньги вкладываешь в коучинг, в то, чтобы, как говорят, повышение квалификации. И если я столько вложила здоровья, силы и денег, а с какой стати я должна этот уровень потом выдавать? Ну, давайте, знаете, что, о чем поговорим? Все поняла я. Давайте поговорим о том, как вы стали, ну, международно признанной звездой. Вы, значит, вот, насколько мне известно, очень часто вас приглашал бывший посол, вот, американский, да? Вы давали концерт у Спаса Хауса в его резиденции. И ведь готовился ваш концерт для Вашингтона, для президента Обамы. Но там что-то сорвалось. Но ведь вы еще до этого, вы уже были в Вашингтоне, вы проходили, ну, какой-то мастер-класс. Стажировку, нет, я обучалась, был обмен, я очень благодарна России, Большому театру. Да. Это был обмен солистами, то есть нас 3 человека из России, мы счастливчики попали в эту тройку. Это точно. Да, прекрасно, мы жили в шикарных условиях, нас кормили, проживание и обучались, повышение тоже вот такой квалификации у маэстро Доминго в Кеннеди-центре в Вашингтонском оперном театре. И да, я там обучалась и проживала какой-то промежуток времени, за что я безумно благодарна, говорю, вот и России, и Большому театру. И что сказал о вас Пласидо Доминго? Ну-ка скажите, что он сказал про вас? Он сказал, что вы драматическая сопрано номер 1 в мире. Это же его слова? Да, и ну не только он так говорил, многие. Ну да. Тоже. Да. Да. Это правда. Слушайте, ну хорошо, очень, это сказать, значимая часть вашей творческой биографии связана с Италией. Там вы просто любимица. И я знаю, что, приходя в кафе, вы заходите в кафе, и там стены увешаны вашими фотографиями. Это же абсолютная любовь. С чего все начиналось? Ну, во-первых, я так скажу, может быть, это из-за того, что у меня много красивых фотографий из Италии, и я их публикую у себя в соцсетях, у людей возникло мнение, что я пою только в Италии. Это не так. Вот, например, до карантина, вот 2 месяца у меня было в Польше, это была Варшава, потом был месяц в Токио, в Японии, было 1,5 месяца в Англии, в Лондоне, и просто я говорю, видимо, из этих картинок, фотографий, которые я публикую в интернете, создается мнение, что я не знаю, 90% своего времени проживаю в Италии. Свет? Почему, да. Я вам скажу. Потому что это же общеизвестные, это сказать, вот факты, информация. Вы любимая певица понтифика, Папы Римского. Это вот, я даже не знаю, есть еще кто-нибудь, чтобы он так относился. Он пригласил вас отметить ваш день рождения, 35-летие, Ватикан. Слушайте, ну кого приглашают в Ватикан? Он прислал вам на вашу тоску огромный букет прекрасных белых роз. Он подарил вам на день рождения кусочек Туринской плащаницы. Слушайте, но я не знаю. Он одарил вас орденом дамы, да, Святого Сильвестра. Но никто. Вы можете назвать еще кого-нибудь, чтобы точно так же все это было, как у вас? Вы знаете, да, вот особенно прошлый год, он был какой-то такой... У меня вот 2011 год и 2019 год оказался просто щедрым на все эти премии. Так интересно, вот спустя сколько там получается лет, в 2011 году я получила 3 крупные премии, это был такой скачок в моей карьере, причем одно за другим. Вот как, не сговариваясь, как-то происходят такие события в жизни, причем очень сложно сначала, до этого был период в моей жизни... И финансово мне пришлось отказаться от многих подработок, чтобы погрузиться в учебу, я бы так сказала. И было сложно, я думаю, боже, вот на что я буду жить там следующие месяцы вообще, когда стипендия там была 15-20 тысяч в Москве, что это такое, вы знаете, да? Да.
А выхода не было. Либо ты сделаешь потрясающее качество максимально там, либо ты будешь подрабатывать, но очень сильно пострадает качество, но у тебя будет как бы денежка на расходы, ну, хоть какие-то. Либо ты просто голодая буквально. И я вот доверилась Богу и погрузилась вот в учебу. Первая жизнь, как бы мне не было страшно. Хотя вот, я говорю, у меня такое гипертрофированное чувство долга перед родными, моими близкими, что я должна всем помогать. И я умудрялась, даже зарабатывая 20 тысяч рублей в месяц, отправлять деньги в Казахстан домой. То есть я сейчас думаю, боже, и копить что-то, откладывать. Те, кто вас сейчас слушают, понимают, что... Ну вот она, вот понимаете, семейные отношения, вот она, любовь в семье, поддержка. И вы всегда же... Вот я же подписана на ваш Инстаграм, и я вижу, сколько любви вы изливаете на членов вашей семьи, как вы тяжело переживали уход вашей тети, как вы тепло отзываетесь о вашей бебо, ну, с какой гордостью говорите о вашей маме. Это просто... Да. Вообще, и, знаете, что я хочу сказать? Свет, извините. Ваша жизнь может казаться со стороны вот такой истории прямо для голливудского фильма, правда? Что вот все так блестяще складывалось, да. Ну, прям вот Золушка, а потом Олимп. И на этом Олимпе вам даже встретился принц. И это правда. Да. Ну, я говорю, но из минусов то, что вот прям были моменты, когда, я говорю, когда вот прям приходилось прям голодать, прям вот просто, да. Ну... И я помню, когда вот момент отчаяния уже думаешь, вот как ты выживешь. И представляете, мне приходит, это 11-й год, одна премия за другой, причем... Там на одном конкурсе 10 тысяч евро, на другом 20 тысяч евро. Представляете, как там лучшему голосу мира в Китае, в Шанхае. И я поняла, что вот как говорится, Господь не отвернется, если он видит, что все честно, все порядочно, и тебе это воздастся втройне. Это однозначно тоже. Это такой закон жизни, он работает. Как, хотя мы об этом забываем очень часто. И также 2019 год. Вот... тоже такие три крупные премии. Ну вот, во-первых, Орден Святого Сильвестра, это как дает приставку женщин-дама, как Сирлтон Джон, приставка это. Ему давала королева английская, мне сам папа римский, как я уже повторяла, который выше всех королей. И, это точно. Выше всех, да, и это огромная честь для меня. Единственная такая вот за историю. И он сказал о вас, что ваш голос принадлежит Богу. Вы должны петь для Бога. Слушайте, да, и ваша Тоска, его любимая, да, вот, любимая партия. Это просто потрясающе. Тоска, и критики признают, говорят, что, да, лучшая Тоска в мире, как-то получается, и по энергетике, и по голосу, и по образу, и по краскам, и в целом это получилось такое идеальное попадание. И вот в 2019 году далее я была единственная тоже россиянка, которой на премии Эспозито Сорентино в Соренто была вручена премия международная, очень престижная. То есть все всегда говорили, что там мафия, и никогда туда не пробрался. Я россиянка, так вот, то есть была награждена, удостоена этой премии. Я говорю, вот одно за другим, и после этого последовала премия «Русский Рим» в Риме. Оно проходило прямо в этом дворце палаццо Фонтана ди Треви, где все фотографируются вот в этой красоте, прямо вот внутри, да, было награждение этой премии. Одна за другим, я говорю, вот что 11-й год, что 19-й были такие очень щедрые на эти премии. И вот, да, я благодарна Италии за такое признание моего дарования и... моего творчества, что, да, несмотря... Я говорю, там, месяц был в Финляндии, Токио, Варшава, а, конечно, больше всего наград — это Италия, конечно. Да. И вдвойне огромная честь для меня, потому что Италия никого не признает. Я не буду называть сейчас фамилии известных исполнителей, которых она так и не приняла. Просто тот, кто следит за оперой, тот, кто знает, я, например, я понимаю, что вы уникальны в этом смысле, понимаете? Я ни с кем не могу вас сравнить. Это тоже огромная работа, потому что надо было не только выучить язык итальянский,
надо было еще вычистить произношение, как они говорят, про пронунча, то есть... Да, и они сейчас... очень относятся к этому очень так, правда, итальянцы? Да, да, очень. И да. Сейчас они уже говорят, что у меня акцент даже сицилийский. Они да. Все почему-то уверены, что я из Сицилии родом, да, и говорят, и похоже, и акцент, и произношение. Вот как-то так, да. Но это была огромная работа, и только я могу сказать, что... На четвертый год вот такой работы они признали, сказали, вот теперь, да, вот теперь идеально, теперь перфекто. Вот, но... А вы же поете на многих языках, Свет. Вы поете на французском, да, на английском, да, на немецком, да. И даже на китайском. Боже мой, как вы запоминаете это? Вот иногда, бывают периоды, когда просто, я уже поняла, вот как пересекать эти периоды, когда концентрация летит, и, видимо, переутомление... Тогда я скажу, что я делаю, когда мне надо там срочно, я не знаю, 1000 страниц на итальянском языке наизусть выучить. Мои подписчики, наверное, те, кто со мной давно, заметили, что у меня так бывает. Я могу на пару недель вырубить все соцсети, социальные сети, все, все там, я не знаю, WhatsApp и все, и вот погружаюсь в работу. Концентрация сразу шедевральная, просто там... За 2-3 дня 500 страниц наизусть на любом языке вообще. Ну, я говорю, вот все вот эти вот смартфоны, это все, конечно, у нас забирает очень много сил, энергии, времени и концентрации, и всего вот в комплексе. Поэтому сразу продуктивность повышается в разы. Вот, в общем, я уже поняла, что так как у меня всегда главные роли, самые сложные, самые большие, самые масштабные, ответственные, то есть если это Аида, я Аида в Аиде, то Тоска в Тоске, Манон в Манон, то да. Это меня обязывает. Вот, например, Адабелла. Света, скажите, пожалуйста, такой вопрос, ну такой, знаете, обывательский. Вот может случиться так, что во время исполнения вы забыли текст, вы забыли слово на иностранном языке? Знаете, или, ну, меня... не вы, а вообще такое случается? Один раз за всю жизнь такое случилось, но так как я очень хорошо знаю итальянский язык, я очень красиво и в рифму, и по смыслу досочинила фразу. Да. То есть, нет, один раз было такое, ну, там, грубо говоря, там, она поет «Meraviglioso», «Odioia», «Andiamo», «Andiamo», и ты забыла, и там, там поешь «Dobbiamo correre», там что-нибудь такое эмоционально, там что... В общем, подошло по смыслу, по рифме. У меня один раз в жизни только такое было. Да. А так я всегда боюсь, честно говоря, вот признаюсь, немецкого языка. Для меня любой немецкий... Сейчас в августе у меня было и в начале сентября несколько немецких проектов. И это, конечно, для меня всегда огромный стресс, еще учитывая тот факт, что в зале сидят одни немцы, боже. Для меня вот это вот вот страшно, потому что немецкий как-то мне сложнее всего дается. Сложнее других языков. То есть вам приятнее пить на итальянском, правильно? Вам итальянский приятнее пить на итальянском? Не то, что это же приятнее, это самый певучий, самый правильный язык вот, для... Да. Голос встает на место. То есть наш, допустим, русский язык, он глубже, как европейцы нас пародируют звук. Они говорят, вы говорите там, то есть глубоко. Да. Итальянский, dobbiamo parlare tutto qui. Все, на кончиках зубов, вот все здесь. Все прям близко, удобно и попадает в нужное место. Даже если человек плохо поет, он начинает петь на итальянском, у него звук более-менее встает на место. Итальянский самый певучий язык. Скажите, пожалуйста, а вот вас очень часто сравнивают с Мари Каллас. Ну, потому что и голос, и внешне, так сказать, вам это приятно, но это правда, но она же все-таки, да, считается эталонной. Вот как вы относитесь к этому? Ну? Филипп Киркоров сказал, что я намного красивее. Нет, кто бы с тобой... Ну, боже мой. Просто она осталась какой-то, понимаете, вот все, что далеко, это остается в какой-то нашей памяти. Ну, да, я знаю, что вы к Филиппу относитесь тоже очень нежно. Это я знаю. У нас взаимное, да. Да, я никогда не хотела быть похожа на Марию Каллас, это самая несчастная женщина в мире, это которая правда. Была, конечно, такой карьеристкой, но положила на алтарь всю свою жизнь, и в итоге осталась такая пустота, потому что то есть, ни ребенка, ни семьи, это ничего, правда. И полное одиночество, пустота, и... Ну что, ну, какая бы ни была карьера, надо жить, вот, надо на ярком Слушайте, примере. Слушайте, как я согласна с вами, вы даже не представляете.
Это правда. Поэтому я никогда не хотела быть на нее похожей, хотя она феноменальна. То, как она пела многие роли, да, просто до сих пор поражает, конечно. Это да, это есть чему поучиться, есть что почерпнуть. И вот. Скажите, пожалуйста, вы, вот я же подписана на ваш Инстаграм, я слежу за вами, вы это прекрасно знаете. Я знаю, что вы работаете и работали с самыми выдающимися дирижерами и самыми лучшими режиссерами, вот, постановщиками. Ну, даже не буду спрашивать, кто вам ближе, но вы же, вас выкладывали, вот, вас заставляли выложиться на всю катушку, и тогда получался шедевр всегда, потому что я вот слушаю вас, и я понимаю, что вы, кто вам ближе вообще из вашей героини? Вы такая страстная натура, может быть, это кто? И, конечно, безусловно, Тоска, и по внешнему описанию, это там такая... Сложная роль, да? Сложная, прекрасная, и она такая горячая, прям, то есть, как мне режиссеры по всему миру говорят, вот ты просто, говорит, выходи, и тебе ничего даже делать не надо в Тоске, то есть, ну, прям Флория Тоска, просто вот будь собой, Светлана Екатерина, она и есть Флория Тоска. Горячая, эмоциональная, такая жгучая, такие эмоции, все просто вот прям... Круто, очень круто. Ух, потом почему-то у меня очень-очень сильно получаются такие роли, как... Это удивительно, потому что ну, зал обычно просто рыдает, когда я пою такие роли, как «Суор Анжелика». Это шедевральная опера на 50 минут, час буквально длится. Монахиня, юная девушка, у которой из-за ее позора еще вот в древние времена, я не помню в каких годах, сейчас надо будет восстановить в памяти, когда были такие вот нравы и законы, отобрали ребенка, семья и внебрачного, и чтобы избежать позора, ее заключили в монастырь, и там приезжает ее тетушка и сообщает ей, что она должна подписать отказ от всего наследства. Она подписывает отказ, мне ничего не надо, мне только нужен мой сын. Да. И та ей сообщает, ты знаешь, он вот простудился и умер. Вот ему было уже 6 лет. И вот, вот все, вот как это прощание, как она, у нее была эта пинеточка его, и она начинает хранить эту пинеточку, закапывать, и эта музыка шедевральная Джакомо Пуччини. И вот когда я исполняю роль Суор Анжелики, просто вот даже самые вот я получаю столько писем, это сумасшедший успех всегда, и даже самые хладнокровные люди, мужчины там пишут, что никогда в жизни не плакали, рыдали, просто реально выходят, просто все вот там в зале громче моего пения вот такое всхлипывание, просто зал вот и «Баттерфляй». Даже в концертной постановке сейчас была в Болонье, даже в Италии, где очень сложно такую реакцию заполучить. И как-то вот получается, попадает очень-очень сильно. Вот, получается, мне всегда мороз вот по коже, когда я вас слушаю, материнское сердце. И, но не во всех ролях, я говорю, не во всех ролях. То есть у меня есть роли, в которых прям вот... Допустим, есть спектакль, я пела «Бал маскарад», ну, как-то, ну, хорошо и хорошо, но и без какого-то такого там сюжет прям... другой. Сюжет другой, и не было такого прям воздействия как-то вот, как в «Баттерфляй», как в «Тоске», как в «Суор Анжелике», когда просто, я помню, в Англии я пела, и мне казалось, что там сдержанная публика такая, они были просто потрясены, там такие письма я получала. Причем они потом уже писали письма, я поехала в Италию, на адрес итальянских театров находили меня и передавали подарки. «Баттерфляй Чоучо Сан» — это украшения из бабочек разные, там, из разных камней. И вот, то есть, ну, я говорю, я читала, такое было вот такого повороте. И, конечно, приятно. И понятно, что ты не можешь, как любой актер, быть во всех ролях абсолютно таким топовым. Конечно. Есть там пятерка ролей, в которых ты прям вот из там, я не знаю, 100 ролей, в которых ты прям просто вот как-то выворачиваешь. Ну, а ваша любимая роль, нет, Светлана, а ваша любимая все-таки кто? Кто? Тоска или «Баттерфляй»? «Баттерфляй», она меня изнасилует так, что я потом 2 недели дышать, спать не могу, очень тяжело восстанавливаюсь, она очень тяжелая, очень-очень. Моя любимая роль...
Ну, Тоска уже просто вдоль и поперек, уже во всему миру просто, во всех, да, по всему, да, миру просто Швейцария, Финляндия, Польша, Варшава. То есть, ну, можно долго перечислять. Аиду очень люблю. Вот, Аида, она это прям вы, такая, правда, моя. Свет? И тоже, да, она, все режиссеры, стилисты, все радуются, так говорят, можно ее даже не гримировать, это... Просто эфиопская принцесса, еще летом, если ее, да, солнце касается, даже там, не знаю, суток мне достаточно, я уже более такая смуглая, и сразу вообще даже можно, правда, не гримировать. Аида и... хотя гримируют, и очень сложно грим, ну, у вас там, да? Это очень так, на самом деле, сейчас вызывает огромный скандал в мире, потому что эта тема с расизмом, я не хочу даже обсуждать, в общем, это уже отдельная тема, не знаю, будут ли дальше гримировать. А роль мечты у меня еще есть, от которой я долго отказывалась, потому что считала себя не готовой к ней, это Макбет. Это вот. 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 Это, да, кстати, многие режиссеры говорят, что у меня достаточно мягкое лицо, и, ну, это не говорят, такое женственное, мягкое, а Макбет им видится, слышится такой, ну, такая, не то чтобы даже стерва. Ну, но да, этим она меня быть и привлекает. Скулы очерченные, да? Скулы, это все можно нарисовать, и вот этот характер, да, вот сам, на голос ложится идеально, и вот, в общем, она у меня обязательно будет такая же шикарная, как моя Аида и Тоска. Обещаю, хотя многие, да, режиссеры, да, да, говорят, мы будем что ждать. Вокально прекрасно, а говорят, что вот, ну, конечно, у меня, я сама по себе полная противоположность Макбет, поэтому она меня привлекает. У меня принципы, да, существуют, что я убеждена, что если ты со своей стороны делаешь все возможное, чтобы этот мир сделать лучше, это у меня от мамы как раз-таки, то, что никогда никому не причинять боль, не... То есть все равно существуют законы какие-то бумеранга, и я... Абсолютно, это правда. Не люблю, это я правда. Никого не осуждаю, кто там идет по трупам, но я говорю за себя, и мой путь вот максимально я всегда вот вычищаю. Пусть будет медленнее, пусть будет сложнее, но зато на душе будет чище. И так тоже можно добиваться успехов. На своем примере я это доказала уже. Слушайте, вы такая разумная, просто удивительно, понимаете, удивительно. Но я, знаете, о чем хочу вас вот с вами поговорить еще. Помимо того, вот божественного дара, который, ну вот, вот так вам повезло, Господь Бог вложил ваше сердце, вашу душу, да, этот голос. Но знаете что, вот чем еще вы меня привлекаете? Для меня это очень важное, так сказать, качество человеческое, абсолютная искренность. Вот. Ой, даже чересчур, наверное. Даже слишком, нет, как мне некоторые говорят. Нет, честное слово, понимаете, потому что вы артистка, и для артиста это, вот понимаете, всегда считается, человек искренний или нет. Можно быть какой угодно красавицей, можно быть очень талантливой, очень богатой. Но, блин, если в тебе нет искренности, все это сползает куда-то, уходит. И обнажается твое нутро. Я слишком, мне кажется, даже чересчур. Нет, это правда, это правда. Потому что вы никого не играете. Вы есть Светлана Касьян. Вот какая вы есть, вы она и есть. С безумным талантом. Ну, с какими-то фантастическими данными. И это абсолютная правда. Если бы вы не были искренни, Света, никакой бы ваш талант бы не спас бы вас. Понимаете? Не знаю, потому наверное. Да, ну это да, это правда. Потому что этот дар искренности, он дан тоже не всем, понимаете? И очень мало людей по-настоящему искренне. Ну, я иногда как ребенок, открытая чересчур, хотя жизнь пытается научить. Но... С другой стороны, мне, да, это помогает на сцене, публика чувствует. Конечно, и, конечно. Да, по всему миру, да. Это да. Скажите, пожалуйста, вот когда вы начинали ваш путь оперной певицы и сейчас, вы чувствуете, что ваш голос с годами обретает какую-то, ну, неимоверную мощь, вот масштаб какой-то? Я так скажу. У меня мой путь, он вот, я скорее исключение из правил. Обычно у всех развивается и приобретает мощь. Я с первых дней просто поражала, и говорят, стены Большого театра не слышали такой мощи этим масштабом с первого. То есть больше не бывает, оно не может быть. То есть
Это с самых первых моих шагов, самых первых дней. То есть это было и это есть. Я что чувствую? Я чувствую то, что я... Ну, многие события в моей жизни произошли. Я стала мамой, у меня родилась доченька. Да, да, да. Я очень многое пережила, как хорошее, так и нет. И вот весь этот опыт, ну, не все же там... ты будешь озвучивать, многие вещи остаются за кадром, и конечно, многое не знает никто вообще в этой жизни. И это все дает такие краски, которыми можно окрасить роли, дает то, что вот сейчас как раз-таки, я говорю, вот вызывает такие эмоции по всему миру, у публики, у любой. И я вот только-только, я могу сказать, что после 30 лет поняла, что могу... вот так вот раскрываться, вот эту вот искренность, свое нутро выдавать на сцене. Я была раньше немного так закрыта еще. У меня это все было как-то спрятано, и режиссеры, дирижеры, там лучшие педагоги пытались это все вытащить. Кто-то очень жестко, кто-то чуть мягче. Но, видимо, вот как, я не знаю, как ребенок дозревает 9 месяцев в... под сердцем именно, матери, да. Как там, я не знаю, яблоко на дереве дозревает. Каждому, и человеку, наверное, надо свое время, чтобы вот он дозрел и смог да, вот да, все да. эти краски выдать. Вот это вот, да, это мне нравится, что сейчас как раз-таки я могу сказать, что начался такой расцвет мой творческий, что я могу и эти краски выдавать. И даже если я там 2 ночи не спала, была там в самолетах, и не совсем хорошо себя чувствую, я выхожу на сцену, этот адреналин, и все, и понеслось, и ты просто вот, ты творишь. Полет, совершеннейший полет. Да, и получается мощнейший энергообмен с публикой. Да. Вот только сейчас, нет, не голос, он, я говорю, мне повезло с самого первого дня. Мне не надо было разрабатывать диапазон, он у меня с самого первого дня просто вот мне это все дано было, правда, я говорю, боже, конечно, поцеловал, дал, подарил. Но вот именно вот это все донести, потому что бывало такое, что ты вот, ты такой маленький еще зайчик, я говорю, там третий курс консерватории выходишь, и вот перепугана на дирижера, на режиссера, и выносишь, я не знаю, там, ну, 20% своего дарования. Это было очень обидно, и так было довольно долго, я очень самокритична, и я думала, боже, когда я уже донесу вот все то, что у меня есть, и то, что я могу сказать, исполнить, этот голос, краски, нутро, душу свою, и, да. Ну, вот я говорю, вот это... Все, это что вот составляет талант, все, что составляет артиста, талант. Артиста, да, потому что я говорю, вот выходила, даже иногда обедняя даже, вот то, что вот дано, и много времени на это ушло, чтобы вот... Конечно. Как артист научилась все это доносить и, да, вот купаться в этом, это очень важно. Да, это правда, купаться в этом. Слушайте, вас в Италии называют, ну, ваш голос по мощи, по силе, как будто 11 микрофонов у вас во рту, да? Это вот про вас да, говорят? Да, да. Обалдеть. Да, это так. Это так, и, ну, это, я говорю, это было изначально, это было... всегда. Это да. Не то, что там скажите, я... Скажите еще, вот, вот вы сами считаете себя, например, или вас так называют, где-то я читала, что у вас вот особенность вердиевской вот певицы, да? У меня редкий, редчайший тип голоса, он вообще рождается да, там раз в 100 лет. Да, уникальный сопрано, сопрано. Драматическая сопрано. Да. Редко, это редко бывает, что и диапазон, масштаб, и краска голоса, и вот все составляющие. Это бывает редко. Мне в этом плане, конечно, повезло, да. Да, знаете, я сравнивала вас, вот, я вообще очень люблю сопрано, и, ну, есть очень много выдающихся сопрано, да, и вот дома, даже сидя вот, ну, с мужем, мы слушали вас и еще других известных сопрано, и всегда мы приходили к выводу, что нет, ну, вот с вами никто не сравнится все-таки. Что-то такое есть... Ну, я не знаю, что, вот какое-то такое... А вот наша редкая краска, потому что есть такой термин, как вот у европейцев русские голоса, прям тембр, ну, вот они говорят, прям русский голос. Да-да-да. Или, ну, типичные итальянские голоса, американские такие, иногда вот с призвуком, татарские голоса у них, такое вибрато мелкое, как правило, в голосе. Да, и вот...
когда меня вот слышат директора, они говорят, вообще вот, ну, ни на кого, ни на что не похожи, такой вот, такая индивидуальность. Я уверена, убеждена, что это из-за национальности. Кровь вот такая, и это дает как внешне, так и на голосе отражается. Да. Это. И да, фониатры, кстати, говорят, вот, что строение голосового аппарата, все, вот все сказывается. Вот, да, 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 вот. Все сошлось. Да. Все сошлось, это правда. Что еще хотела вам сказать? Вы всегда держите удар. Это вот тоже от мамы, от воспитания, от той жизни, которая... Вот, ну, всякое же бывало в вашей жизни. И вы как-то, ну, вы выстояли во всех перипетиях. И стали той, которая, вот, понимаете, которой стали. Как это вам удается? Не знаю. Нет, я на самом деле, мне кажется, иногда не такая Нет? сильная, как кажусь. Но тем не менее, вы же не сломались ни на одном периоде вашей жизни. Я думаю, благодаря вот какому-то ангелу-хранителю, который рядом со мной всю жизнь, ведет меня за руку. Слава вот этим Богу, голосом. Этот путь, да, но у меня иногда бывают такие сложные периоды в жизни, когда мне нужно какой-то промежуток времени на восстановление, на тишину. Я опять-таки говорю, я отключаюсь от всех соцсетей и телефонов, смартфонов, и вот погружение такое в себя, тишину такую, какое-то иногда отъединение с природой, побыть там где-то в парке одной. Да-да-да, и... вы часто выкладываете такие сюжеты, очень приятные, и, мне очень нравятся они. Необходимо. Скажите, такое восстановление. Света, вот хотела вас спросить, вы тогда в феврале приехали просто вот в разгар этой пандемии, и да. По прошествии какого-то времени вы умудрились заболеть, и не только вы, вся ваша семья, да, в этот ковид грохнулась. Был страх? Я, во-первых, была уверена, у меня не было страха, что я заболею, потому что я не пью, не курю, я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом 3-4 раза в неделю стабильно. И откуда я вообще... На тот момент, еще в феврале, там, в марте говорили, что заболевают пожилые люди и те, кто имеет проблемы со здоровьем, поэтому я никак не предполагала, что я... Да, но это все изменилось. Я... Теперь уже выясняется, что это все не так. Сейчас, да. А на тот момент, тогда, в феврале, когда все начиналось, вот говорили так, что болеют пожилые, и вот, ну, все в таком духе. Поэтому была поражена, как за 2 дня были практически уничтожены легкие, оба, двусторонняя пневмония, и все сегменты были поражены. За 2 дня. Да, и вы восстановились, потому что вы так тщательно все делали предписания врачей, вы делали эти упражнения. Нет, не предписания врачей. Врачи сами не знали, что это так поможет, но это помогает. А откуда? Кто вам сказал? Во-первых, я оперная певица, я знаю все, что касается дыхания, и изучала эту тему, то есть дыхание творит чудеса, и благодаря правильному дыханию женщины вообще могут очень хорошо восстановить свое здоровье и работу органов дыхания, и это на самом деле очень серьезная такая тема дыхания. Да, согласна с вами. Угу. Я абсолютно знаю, что даже может ты можешь получить какой-то такой ужасный прогноз, но если ты правильно все делаешь, да, это не мешает качеству жизни. Вот эти пораженные легкие, которые как приговор всегда звучали, выходишь, человек может выйти из этого, это правда. Да. Ну и, конечно, я вот все-таки считаю, что вот, ну, Бог уберег, и потому что, ну вот, многие умерли, и там... Это агент, да, знакомый, и девочка 28-29 лет, абсолютно здоровая, за считанные дни. То есть, ну, это, видимо... Просто, видимо, мы не знаем, что это такое, с чем мы столкнулись, и нам еще предстоит, так сказать, понять это. И очень хочется надеяться, что как-то мы это все переживем. Да. Что хотела еще сказать? Вот, вы знаете, хочу задать вам 1001 вопрос, но ни одно интервью не может длиться... Да, мне очень приятное общение с вами. Вы совершенно удивительный человек, конечно. Я начала вот нашу беседу о том, как важно, когда человечество не разделено на абсолютно разное понимание духовности, культуры и ценности, да? И я хочу вспомнить одну личность, совершенно легендарную и уникальную. Его звали Зириан. Это курд, который жил в 8 веке.
Родился он в курдской семье, в курдском городе Мосул, именно в курдском городе Мосул. Он стал очень известным певцом и очень известным музыкантом, и был награжден кучей других талантов. Он был архитектором, он был дизайнером, он был географом, он был косметологом, боже мой, что то, кем он только ни был. Потом, в силу каких-то обстоятельств, ему пришлось, как мы сегодня говорим, эмигрировать вот в Испанию, в Андалусию, в Кордову. И он основал первую в Европе консерваторию. И туда приезжали певцы, музыканты со всей Европы, чтобы повысить свой профессиональный уровень и научиться тем методикам, которые основал и которых их научил этот вот курд, в общем. И сегодня, оказывается, во всех музыкальных школах преподают именно вот эти методики используют. Что еще? Он вот к вопросу о том, нет никаких водоразделов в культурах людей. Он соединил восточную музыкальную культуру и христианскую музыкальную культуру. И из этого родилось вот это великое фламенко. Вот это рождение вот великого курда, о котором мало, к сожалению, знает. И вот такие примеры – это свидетельство какой-то неразрывности человеческой цивилизации и единства, которое мы сами обрушили, которое мы сами пытаемся уничтожить. Я очень хочу, чтобы именно вот человек руководствовался вот такими примерами и такими универсальными ценностями. И, может, тогда в нашем сложном мире все будет не так страшно. Завершая нашу с вами беседу, вы знаете, я очень надеюсь, что это первое, но не последнее. Даст Бог, может, мы еще будем с вами вот как-то так делиться. Вы будете рассказывать о себе, о своем творчестве. Я знаю, что вашей маме вчера у вашей мамы был день рождения. Слушайте, наши глубочайшие поздравления и пожелания доброго здоровья и низкий поклон, что она вырастила такую дочь, Спасибо огромное. такую удивительную, такую тонкую, такую талантливую, такую настоящую. Ну вот вы знаете, вы правильную фразу сказали, что у нас, к сожалению, никто и не знает, и никто об этом этим не гордится, но это огромная гордость. Вот такие имена, и Конечно. даже, я честно признаюсь, мне, конечно, безумно обидно, что меня итальянцы меня награждают, приходят на все выступления, прилетают, и я получаю от них столько любви и всего остального, там, я не знаю, Казахстан, Россия и другие страны. А мой народ, вот знаете, как вот бывает, там, я знаю, там армянская диаспора поддерживает своих исполнителей, очень хорошо поддерживает и там и финансово, и как-то духовно, и идет такая прям поддержка итальянцы там своих, они очень такие сильные националисты, Казахстан своих казахов. Я иду, знаете, я смотрела фильм «Зеленая книга», где пианист этот вот негр вышел из машины, и он начал плакать, говорит, я не там, не свой, не тут меня, то есть Да, ты свой там чужой, чужой, и среди чужой, и чужих там и чужой. чужой. И я в этот момент расплакалась, потому что я тоже, будучи еще даже первые шаги делала девочкой, вот я натыкалась на эту закрытую дверь, и обидно, как бы, представляете, единственная примадонна в мире, и причем такого уровня, и я не вижу, не чувствую, никто... То есть ни интереса, ни поддержки, ни Нет, вот это не этой вот... так. Это не так. Я Но вот. Вот я вы знаете, встречалась вам, даже встречалась, и нет никакого абсолютно значит, интереса, не с не теми вы говоря уже о встречались, гордости. не с теми вы встречались. А вы знаете, помните, когда мы с вами стали только переписываться, я все Я не очень говорю говорила. о таких замечательных людях, как вы, этого гордость. Я А таких, очень знаете, как счастлива много. нашему Я не со... Нет, нет, знакомству. нет, Свет, Очень поверьте мне, счастлива. я сегодня с полным основанием вам сказала, что вы гордость курдской нации, вы наша душа и сердце. Мы чрезвычайно вами гордимся. Просто в отличие от всех тех перечисленных, того вы перечислили, мы не в самой лучшей ситуации оказались, понимаете? Сегодня мы начинаем только выстраивать нашу государственность. И у нас очень много вот врагов откровенных, да, которым не нужно образование Курдистана. Но мы его строим, мы его построим. И тогда мы будем отмывать от
от ила, от тины, от плесени, все то, что было у нас украдено, что присвоено. Столько имен великих курдов стали гордостью других наций. И вы, вот я знаю, что я доживу до того момента, когда вы будете петь вместе с другими мировыми звездами. А вы знаете, вот ведь есть еще у нас девочка, молодая женщина, Парвин Чакяр, она тоже очень известная оперная певица. Вы слышали о ней? Она поет очень много. Она поет и в Италии. А Парвин Чакяр, я вам потом пришлю. Она да, поет... Я вам говорю, что как бы из вообще из России. Я единственная на первых она не из России, она турецкая, из Турции. Я имею в виду в таких площадках, в театрах класса А, роли первого класса. То есть не только из нашего народа вообще, ну вот... Будучи вот из я вам пришлю России ее данные, посмотрите ее Инстаграм, она поет все выдающиеся оперы, она в числе друзей Паваротти, вот когда бывает в Модене концерт, посвященный памяти Паваротти, она всегда там выступает, ее последние постановки это «Фигаро», она поет вот в этом самом сивильском цирюльнике. Умничка. Ну и она поет, да, вот. А помните, когда мы с вами только стали общаться, я все... Ну, я вообще лезу свой нос иногда не в свои дела. Я все говорила, боже мой, как бы я хотела, Света, чтобы вы вместе с Зарой там что-то исполнили, вы даже говорили, как Монсеррат Кабалье и как Фредди Меркьюри. Я говорю, да-да-да, именно так. Но я надеюсь, что еще все случится. Вы должны знать, что... Зара чудесная, очень благородная. Да, и вот я надеюсь, что у вас девочка. Что-то тоже сложится. Вот. И кроме нее есть еще другие певцы. Я очень хочу, вы знаете, что, может быть, когда-нибудь... Не, у меня есть проекты с разными, абсолютно, и скоро буду публиковать, они периодически проходят, и все это здорово. Есть, и все это... Да, это как бы параллельно моей классической вы деятельности. Вы еще так молоды, вам предстоит еще очень многое сделать и удивить мир. И вы знаете, еще совсем недавно, курдский кинематограф, это вообще это словосочетание, это был нонсенс. Сегодня курдский кинематограф – это явление в мировом кинематографе. Вы об этом знали? Тоже, наверное, да, знали? Знала. Понимаете? Спасибо. Вот курдские артисты сейчас снимаются в Голливуде. Мало кто об этом знает. Понимаете? И я чрезвычайно этому рада. Я рада, что такое огромное количество курдских художников, их картины выставляются в ведущих музеях мира. Просто мы о себе сами мало что знаем. А все только потому, что у нас нет государства. Как только появится... Не только государство. Все останется. Вот, не только. Например, Шаляпин великий. Он бы не стал великим Шаляпином, если бы не была такая мощная поддержка со стороны замечательного мецената Саввы Морозова. И, правильно, потому что Савва Морозов был человеком России. За ним была Российская империя и традиция Российской империи. И он знал, если он приложит свою руку к Шаляпину, это и ему это даст да. многое. Это да, согласна. Никто с нашего народа, вот даже, мне кажется, мыслей таких не возникало, когда есть, я ничего не хочу сказать, но я единственная, которая в первых театрах мира первые роли исполняет. Единственная. Никто больше, на самом деле, не только... И вот, мы горды этим чрезвычайно. И я имею в виду, и, то есть, как-то вот со стороны нашего народа, никакой абсолютно, вот, ни поддержки, ноль вообще никак. Это обидно, конечно, это обидно. Это очень... Да, вот я вам обещаю, что это вот поменяется. И очень скоро. Вы потом учтите, что мы, курды, которые живем в России, скажем, на территории большого, сказать, Советского Союза, мы тоже были во многом, получив очень многое, мы все равно были, не на том уровне, что все остальные, спасибо. Понимаете? У вас все будет хорошо, моя дорогая. И спасибо огромное. Что есть такие, как вы. Пожалуйста, поцелуйте вашу маму. Спасибо большое. Спасибо за просто вот очень интересно. Для меня очень важный был разговор. Удачи вам. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое нашему народу. Да. Спасибо. Спасибо вам.